Стрела не пробьет то, чем покрыт камень. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира.
Бананина! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Тоже не пройти. Туда-туду! Туда-туду!
уйдешь. Сын. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Thank you.
теперь можешь достать до чаши. Ну да. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем, вы думали, точильным камнем? Ха. Крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Да, я готов. Плохого не посоветую. Ведь было что-то еще. Ондаро! Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется.
Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Отсюда нет пути наверх. Я знаю. Чтобы я видел, куда стреляю. Стреляй на слух. Учись. Учусь. Туда без кристалла. Найдем кристалл.
И куда же мы теперь пойдем? Ты точно хочешь таскать его в руках? А что будет, если на нас нападут? Гляди в оба и молчи. Давно здесь стоим.
стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Yeah!
Нет!
Держись! Ты жив? Huh!